Этими днями могилевчане участвуют в международном рождественском фестивале батлеечных и кукольных театров «Необесы», который проходит в Минске. Коллектив батлейки «Щодра» Могилевского областного художественного музея имени Масленникова показывает 5 колядных историй. В этих историях и злой царь Ирод, и экономичная еврейская семья, и императрица Екатерина с графом Зоричем на балу. О сказках и батлейке Илона Иванова. Коллектив батлейки «Щодра» Могилевского областного мастацкого музея имя Павла Масленникова вітає вас! Супрацовницы мастацкого музея объединялись у творчий коллектив и робить выдатное батлеечное представление для детей и дорослых. У репертуары «Щодры» спектакли стародавние, где текстом шмат-шмат годов и сучасные. Коли мы робим наше батлеечное представление, это завсёды казка. Наше пожадание лепшего життя, лепшего настроя, добробыту для всех нас. И тогда это саправдное життё будет казкой. Колядные истории Могилевской области. Их у спектакли 5. Первая про цара Ирода. Смерть приходит за Иродом и не шкадует его, как не шкадует черт бабу, якая вырашилася працавать у свята Роства. Наши предки верили, что каждому дню свое призначение, а наступная история про панские хворобы. Голова болит, бок колит, так вот можем вас научить, как панские хворобы лечить. Подобно на то, что лепший лек – это танцы. Спочатку танчить еврейская семья, а потом императрица Катерина и граф Семен Зорич. У Шклове Зорич ладил балы, так вот такий баль у меня на голове, у шапцы ротонде. Кавалеры с дамами танцуют полонезы, мазурки и иншие. Модные у той час танцы. Особливость батлеечных спектаклей у мастацким музее – это махчимость взять у руки ляльки и разглядеть их близко. Все герои у нас цікавые, со своими секретами. Вы бачили, что смерть сякая голову Іроду, а голова у него непростая. Вы бачите? Я на вот, когда вот глядел эту постановку, глядел, что самым маленьким детям надо было трошки страшно в некоторых моментах. И я потом после подошел, и организатор запытался у актера, а как же, вось вы детям такое страшное показываете, например, такого чёрта. Они, кажется, как они из маленького ведали, что есть добро, а есть зло. Что тебе больше всего понравилось? Все. Ангел понравился? Да. За что? Потому что он был хорошим, и добрым и щедрым. Ну, это казки про то, как люди были счастливы и не робили дрянного, и все самого наилепшего. Детям батлейка цікавая, а тому есть надея, что и они будут протягивать традицию народного театра лялек – батлейки.